Всем привет! И особенно видеоблогерам, которым так полюбился наш видеоредактор. В последней версии программы мы специально для вас сделали классную фичу. Теперь вы сможете легко улучшать качество записанного голоса. Зачастую же, как бывает, пишете голос чуть ли не на встроенный микрофон в веб-камерах. И что имеем? Тихий голос, шумы. Все это можно исправить теперь в программе нашей. Пару кликов. Смотрите. Переносим ролик, как обычно, в проект с записанным голосом. И нажимаем вот волшебную кнопку. В принципе, все. Нормализация громкости происходит. И шумоподавление. Можно нажать кнопку «Послушать», как будет чудесно звучать исправленный голос. И нажимаем кнопку «Ок». Все, эффект применился, о чем вот свидетельствует иконка в блоке. На нее можно кликнуть, кстати, и открыть снова настройки. А, вот что хотел упомянуть. Вот иногда шумоподавление, вот эта вот галочка, неактивна. Это может означать, что, ну, что вы говорите без пауз. Программе нужны паузы, чтобы проанализировать в них шум и удалить его потом на все протяжение ролика. Старайтесь делать паузы, хотя бы в начале ролика. Вот. Кроме того, вы можете удалить этот эффект, но вот не рекомендую. Реально голос будет звучать ваш лучше. Вы сами попробуйте, и вам не захочется его убирать. Вот, в принципе, и все. Да, так просто, неожиданно, да. Ну вот, а мы старались, долго делали вот эту вот фичу, чтобы всем было хорошо. Конечно, вы можете микрофон купить крутой, нормальный, который будет сразу писать хороший звук. Но я вам точно говорю, это будет гораздо дороже, чем лицензия на наш видеоредактор. Спасибо за внимание.